Служи творцам во всем их величии. Теперь щит стал целым. Thank you.
спасет лордок от демонов. Сделай это ради людей. Ты считаешь, что уже подготовился к этому? Это сфера темного владыки. Если это сделать, он воплотится. Эвакуация! Видимо, сфера позволит вам попасть в Урдок, так? Внимание, тревога. Пожалуйста, срочно покиньте базу. С жизненной сферой вы сможете попасть в Урдок. Ваша сигнатура будет как у них. В общем, по-любому, я в деле. Вы разбудите дьявола, но не ради демонов. Вы убьете их главного, как только он воплотится, и тогда они все сдохнут, так? Ладно, будем считать, что так. Я хочу помочь. Мы ведь спасаем мир. Темного владыку еще никто не видел. Ему же что-то около дециллиона лет, и за все это время он еще ни разу не принимал телесную форму. Кто знает, как он выглядит. Так что повторюсь. Я в деле. Координаты портала установлены. Так, шестой регион Горный Скрепы. Ну что ж, приготовься, палач. Простите.
Эйден собрал подробное досье, а комитет все сохранил. Темного владыку можно убить только в телесной форме. Они обязаны вас впустить. Тот, кто заслужил право взять сферу на болоте, может войти в люминарий и вставить любую сферу. Иными словами, вы можете разбудить там кого хотите, и вам даже помогут.